На Вести ФМ 103, Дагестанское радио. В эфире передачи из рубрики «Линия жизни» ведет программу журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Иниров. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня передача посвящена выдающемуся филологу Милановой Уназат Азизовне. В передаче принимает участие доктор филологических наук, зав. Аварской секции Союза писателей Дагестана и научный сотрудник Института искусства, языка и литературы Дагестанского научного центра Магомед Ибрагимович Магомедов. Миланова Уназат – одаренная личность, ученый-лингвист, диалектолог, доктор филологических наук, профессор и общественный деятель. Она родилась в 1925 году в селе Касумхюр Кюринского округа, окончив среднюю школу номер 1 в Махачкале с отличием, также с отличием филологический факультет Дагестанского пединститута имени Сулеймана Старцева в 1945 году. В годы учебы помогала раненым бойцам в госпиталях Махачкалы. Она поступила на работу в Институте языка, литературы и истории Дагестанского филиала Академии наук СССР. Там прошла аспирантуру, кандидатскую диссертацию досрочно защитила в Москве в Институте языкознания Академии наук СССР в 1952 году, а докторскую диссертант в Тбилиси, в Институте языкознания Грузинской ССР в 1965 году. Уназат Азизовна всю творческую жизнь работала в Институте языка, литературы и искусства, где прошла все ступени роста. В 1968-1990 годах заведовала отделом дагестанских бесписьменных языков. Под ее руководством созданы крупные монографии и словари всех дагестанских бесписьменных языков. Уназат Миланова – автор фундаментальных исследований, изданных в Махачкале и Москве. Это гюнейский диалект лезгинского языка, очерки лезгинской диалектологии, будухско-русский словарь и другие. А также она автор ряда коллективных трудов, как грамматика современного лезгинского литературного языка. Она руководила международным научным проектом «Лингвистический атлас Европы по Дагестану», была членом Совета по защите кандидатской и докторской диссертации в Москве, Баку, Киеве, Махачкале, научным руководителем более 20 аспирантов и докторантов. Занималась общественной деятельностью. Уназат Азизовна скончалась 28 июня 2001 года и похоронена в городе Махачкале. Как видите, дорогие радиослушатели, это ученые из большой буквы и оставила достаточно большое научное наследие. Я вспоминаю Уназат Азизовну, когда она со своими коллегами из института пришла к нам на планерку Дагестанского радио в 1985 году и говорила о чистоте родного языка. Мы все, главные редакторы, с упоением слушали этого выдающегося филолога и воспринимали все, о чем она говорит. Магомед Ибрагимович, остается ли актуальным то, о чем она почти 40 лет назад говорила с журналистами? Говоря о влиянии Милановой на становление, развитие исследований по национальным языкам Дагестана, она уделяла очень серьезное внимание как теории изучения, так и практике. И в частности, она боролась за чистоту литературных дагестанских языков. Эта тема остается актуальной по сей день. Мы сегодня наблюдаем, как с каждым годом уменьшается число носителей языков. То, о чем 30 лет назад говорила Уназат Азизовна, эти проблемы являются актуальными и по сей день. Говоря о Уназат Азизовне, я вспоминаю далекие 80-е годы, когда я пришел в институт аспирантом. Кстати, она была в числе членов комиссии, рекомендовала меня в аспирантуру. Я ей очень благодарен. Она была авторитетным специалистом не только в Дагестане, на Северном Кавказе, но и в Советском Союзе. Ее хорошо знали. Знали как ведущего специалиста по кавказским языкам. У нее много работ по лезгинскому языку и по дагестанским языкам. Надо сказать, что она стояла у истоков научного изучения бесписьменных языков Дагестана. Дагестан – это многоязычный регион, где 32 языка, из которых 18 бесписьменных и 14 письменных. Эти бесписьменные языки были научно изучены при Уназат Азизовне Милановой. Первая ее работа по бесписьменным словарям – будухско-русский словарь, издан в 1985 году в Москве. Она положила начало научному изучению бесписьменных словарей. Последующие издания институтом были осуществлены, и сегодня из 18 языков по 14 языкам изданы словари по бесписьменным языкам. Кроме будухско-русского словаря,
словаря, изданного Милановой, но взято известно все словари, изданные при финансовой поддержке Голландской академии наук и Института эволюционной антропологии имени Макса Планка в Германии. Мы по сегодняшний день сотрудничаем с этими научными организациями. Они приложили много усилий, чтобы эти словари были изданы. Сегодня де-факто можно сказать о том, что эти языки бесписьменные имеют фактически письменность в виде словарей. Издание словаря – это означает, что они научно зафиксированы, эти языки, для будущих поколений. Это первый шаг. Поскольку не только бесписьменные языки, сейчас даже крупные литературные языки Дагестана находятся в серьезной ситуации, и функции этих языков сокращаются с каждым годом. Особенно в городах мы не можем назвать ни одну функцию, которую выполняют национальные языки Дагестана. И обучение, и воспитание, и общение на улице, порой даже и в семье происходит не на родном языке. И о них смутное представление у молодого поколения. По существу, в городах Дагестана выросло несколько поколений людей, оторванных уже от своих национальных корней и не владеющих национальными языками. Миланова уделяла вместе с коллегами те 60-е, 70-е, 80-е годы 20-го столетия очень серьезное внимание изучению дагестанских языков. И она была также в числе тех, кто начал научное изучение диалектологии дагестанских языков. И в 1964 году в Москве издала монографию «Очерки диалектологии лезгинского языка». Серьезная фундаментальная работа, посвященная изучению, анализу диалектов и говоров лезгинского языка. Вот вы назвали в начале другую ее работу «Гюнейский диалект». Эта работа тоже посвящена истории становления и развития лезгинского литературного языка. Из всех языков Дагестана лезгинский язык дал Дагестану и России, и Советскому Союзу много выдающихся исследователей. В их числе, конечно, профессор Низат Азиза Миланова, Букар Бекирович Талибов, Ахмедулла Гюльмагомедович Гюльмагомедов. Они оставили богатое научное наследие. Низат Азиза воспитала целую плеяду выдающихся дагестанских лингвистов. Можно перечислить Керима Рамазановича, Светлану Махмуду, Фаид Абубакаровна Ганиева, которая работает в Институте языка, литературы и искусства. Они доктора наук, ведущие специалисты. Унизат Азизовна была инициатором проведения комплексных экспедиций в 60-е, 80-е годы. Что такое комплексная экспедиция? Это когда ученые в летние месяцы выезжают в населенные пункты Дагестана и собирают материал. А комплексными они назывались потому, что собирался и лингвистический материал, и фольклорный материал, и исторический, и этнографический. Специалисты по разным направлениям выезжали, и каждый выполнял свою работу. И благодаря собранному тогда материалу институт сейчас имеет возможность издавать научные труды. Сейчас, к сожалению, мы не имеем возможности из-за отсутствия финансирования выехать в экспедиции. Ученые, они по своей инициативе могут собрать материал и выехать тоже за свой счет, собрать материал в районы, населенные пункты. Но целенаправленная работа по сбору языкового, этнографического, фольклорного материала сейчас, к сожалению, не проводится. Унизат Азизна также большое внимание уделяла составлению орфографического словаря. Терминологический словарь лезгинского языка был составлен, к сожалению, остался неизданным. Но в последние десятилетия было издано достаточно большое количество работ, в частности, так называемой нормативной грамматики дагестанских языков почти по всем языкам, кроме лакского языка. Первым, кстати, был издан современный лезгинский язык. Одним из авторов является Унизат Азизна Миланова. Это основательная работа, имеет большое научное значение. Как человек, Унизат Азизна всегда приходила на помощь, консультировала молодых, и при том она не показывала, что она известный профессор, была очень известна в Дагестане и как общественный деятель. Она была председателем Дагестанского комитета защиты мира, членом комитета содействия странам Азии и Африки, всесоюзная была организация. Также была председателем общества знания. Она прошла в науке путь, начиная от лаборанта и до заведующего отдела. Она очень большую работу проделала, будучи заведующей секцией по бесписьменным языкам. Поскольку мы уже говорили об этом, что это очень серьезная, очень трудная работа, когда нет письменных источников, Унизат Азизна могла создать отдел, собрать специалистов, запланировать эту работу. Под ее руководством было начато исследование дагестанских бесписьменных языков, в частности, и составление словаря и грамматик по бесписьменным языкам.
Она была членом парткома в те годы. Это считалось достаточно почетной должностью парткома Дагестанского филиала Академии наук СССР. Ее юность, она прошла в годы Великой Отечественной войны. И окончила она вуз, поступила в 1941 году и завершила в 1945 году с отличием. Она всю жизнь трудилась в Дагестанском научном центре. Но тогда назывался Институт истории языка и литературы. Сейчас Институт языка и литературы и искусства имени Ганзата Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра. И все свои силы она отдала науке, служила родному слову. И ее научные работы, конечно, имеют очень важное значение для подрастающего поколения. Ее сын, шейх Энвер Магомедалиевич, пошел по стопам матери. Он стал доктором филологических наук, профессором. В настоящее время работает в Москве. Вы охарактеризовали Унизат Азизовну и как ученого, и как человека с активным общественным лицом. Кто сейчас является продолжателем непосредственно дела Унизат Азизовны? Есть ли такой отдел бесписанных языков в нашем федеральном исследовательском центре? В настоящее время в Институте языка, литературы и искусства работают ученики Унизат Азизовны, ее соратники, которые продолжают дело, начатое Унизат Азизовны. Сейчас два отдела, отдел лексикологии и лексикографии на базе сектора бесписанных языков образован этот отдел. И есть отдел грамматических исследований дагестанских языков. Они выполняют очень большую работу и составляют словари, академические словари почти по всем языкам литературным составлены национально-русские и русско-национальные словари. Они доработаны, первоначально изданы в 50-х годах словари, а русско-национальные переизданы по лезгинскому языку. Русско-лезгинский словарь был издан в 2009 году. Первый словарь, составленный Талибовым и Магомедом Гаджиевым, он немножко устарел, а вот этот новый словарь, он является уже современным, дополненным словарем академического типа. Были ли какие-то взаимодействия, сотрудничество научное отдела, которое возглавляла Унизат Азизовна, с филологическим факультетом нашего Дагестанского государственного университета? Унизат Азизовна по совместительству в 1953-1958 годах заведовала кафедрой общего и дагестанского языкознания в Дагестанском государственном университете. Читала лекции. Кроме того, она всегда встречалась со студентами и преподавателями филологических факультетов Дагестанского государственного университета и Дагестанского государственного педагогического института, нынешнего педагогического университета. Ее хорошо знали на Кавказе и в Советском Союзе. Раз в два года по инициативе академика Арнольда Степановича Чекабава проводились научные сессии по истории и теории языков Северного Кавказа. В 1965 году первая конференция была проведена в Дагестане, в Махачкале. И потом в Нальчике, там в Сухуми, Грозном, Черкесске, по городам Северного Кавказа. И у Унизат Азизовны были тесные научные контакты со специалистами из Тбилисского государственного университета и Института языкознания Академии наук Грузии. Многие коллеги наши и по сей день сотрудничают с ними, хотя уже Грузия это отдельное государство. Они занимаются тоже изучением кавказских, дагестанских языков. Другая школа кавказоведения – это Московская школа, представленная как в Институте языкознания Академии наук России, так и в Московском государственном университете. В Московском государственном университете долгие годы кафедрой теоретической и прикладной лингвистики руководил Евгений Александрович Кибрик. На протяжении 30 лет приезжал со студентами и аспирантами в Дагестан, выезжал в экспедиции и изучал наши языки и диалекты. И мы действительно благодарны ему за эту огромную работу и за материал, который имеет очень большое научное значение. Его ученики Александра Евгеньевича Кибрика сейчас ведущие специалисты в области кавказского языкознания, общего языкознания, и они работают в научных организациях и вузах и являются хорошими специалистами. И мы с ними, естественно, тоже сотрудничаем. Магомед Ибрагимович, Унизат Азизовна и Ахмедуллах Гульмагомедов, они беспокоились и ратовали за принятие закона о родных языках нашим народным собранием. К сожалению, Дагестан является единственным регионом в Российской Федерации, не принят до сих пор закон о языках народа Дагестана. Казалось бы, такой уникальный, самый, пожалуй, многоязычный регион Российской Федерации должен был бы принять этот закон в первую очередь. По разным, независящим от ученых причинам, этот закон, который год переносится, есть несколько проектов этого закона. Они были представлены нашими институтами еще в
1989 году о языках народов Дагестана. Этот закон дорабатывался, был представлен многократно. К сожалению, этот закон до сих пор не принят, а он очень нужен. Ну, надеемся, что закон, который должен был быть принят еще в советское время, будет принят сейчас. Будет уделяться большое внимание развитию и совершенствованию родных языков. В нашей передаче говорили об Уназат Азизовне Милановой, выдающемся филологе. В передаче принимал участие доктор филологических наук Магомед Ибрагимович Магомедов. Спасибо. В эфире прозвучала передача из цикла «Линия жизни». Вел программу журналист, заслуженный работник культуры Республики Дагестан Эдуард Эмиров.